Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Я думаю, прежде чем идти опять к этим великанам, мы немножко переместимся к Храму Огня. Я хочу достать уголь, который поможет нам затачивать оружие на плюс 15. Вроде это уголь, я точно не знаю. И я только примерно знаю, где он находится. Хотя нет, конечно же, я знаю, где он находится. Я перед тем, как записывать эту часть, побегал там и в целом нашел, как к этому сундуку попасть. Но насчет великанов не знаю. Надо, конечно, идти, проходить, но надо что-то такое придумать, может быть. В общем-то, я пока не придумал, что там делать. Может быть, сначала пройдем сюжету пустошь. Ну, это новая Анерлонда, или не знаю, как это место называется, короче. Руины нового Анерлонда. Короче, там, где мы воду спустили. Но просто отсюда достаточно далеко все же бегать. Все время придется юзать эти кратковременные проклятия, чтобы вначале пройти. Но хотя, если мы убьем драконов, думаю, там тоже можно проходить. Но драконов тоже не так уж и просто убивать. Да, руины нового Лондона. Но это, по-моему, там другая уже локация будет. Чутка дальше. Отвык, на самом деле. Давно не играл из-за Tomb Raider. И в целом сейчас чувствую, меня будут разбирать. Потому что в Tomb Raider все попроще как-то было. Умереть там посложнее. Так. Так, ну и в путь. В добрый. О, я уже... Первая моя ошибка. Это то, что я забыл. Пользоваться автоприцелом нужно. Ну да ладно. Сейчас вспомню все. А еще я по приколу попробовал... Так, тут никого нету. По приколу попробовал поиграть на клавиатуре без джойстика. Это просто ад какой-то. Ну, не знаю. Кому-то, конечно, удобно, но я там просто не выдержал и 10 минут. Ну, я просто даже не переназначал клавиши, но все же. Так. Все. Тут, по-моему, где-то засада должна быть. Поэтому надо все делать быстро. Ну, вроде как получилось все даже очень хорошо. Вот дерьма кусок спрятался. Так, и где-то тут должен быть путь. Ага, вот он, лифт. На нем мы и спускаемся. Главное достать уголь, остальное как пойдет. О, кстати, я тут умер. Надеюсь, я и сейчас так не умру. Пойду осторожно. Тут какая-то жижа, по-моему, была, но, похоже, в этот раз ее нету. Вот этот чувак есть. Да что ж ты прячешься за своим щитом? Ты еще 200 дают за каждого. Это на самом деле здорово. Так, и теперь начинаются проблемы, потому что я не помню, куда идти. По идее, нам нужна лестница. Сюда, я думаю, не стоит идти. Сейчас, я думаю, мы найдем. Лестница — залог успеха. По-моему, сюда. Все же буду идти со щитом на всякий случай, мало ли что. Но, кажется, я почти пришел. Так, еще одна лестница.
Ага, вот он и сундук. Я его не открывал специально, чтобы показать путь к нему. Очень большой уголь, да. Отлично. Главную миссию этой части выполнили. Теперь будем заниматься исследованиями этого места. Тесно тут. Так, как у нас дела внизу обстоят? Темно тут на самом деле. Лампа нас не очень спасает. Ну, на самом деле, не так уж и темно, как в этом великанов гробнице, или как ее там, сохранении. Но все же да. Так, теперь мы отсюда вернемся тем же путем, чтобы не спрыгивать и не оказаться хз где, чтобы не знать, как вернуться. Вот я помню, я, ну, как бы нашел сундук, потом возвращался, и тут меня уже встретил еще один черный воин. Он меня и убил возле лифта. Так что, я не знаю, с ними иногда получается бороться. О, еще один, вот он. Ну, не знаю, он так стоит, не палится. Я не знаю, почему он нас не видит до сих пор, а вот заметил. Разочек ударили. Ага. От говнюк. Блин, он хорошо прячется за своим щитом. Но я не хочу умирать, поэтому я буду пытаться их побеждать. Так. Большое открытое пространство. Еще один воин. Давай. Блин, надо было его все же бэкстепчиком. Ну хотя. И так вроде неплохо. Так, что мы делаем дальше? Буду проходить неспешно, потому что не уверен в своих силах, давно не играл. Надо привыкнуть. О, да. Хорошо прошло. Ну, странное место на самом... Так, это что за место? Это не то место, где мы так вообще должны начинать. Но когда мы слили воду, мы, по-моему, тут спустились, и... Потому-то стражники так и стоят, что они меня даже не видят. Ага, да, действительно. И вот еще один стоит спиной ко мне. Это твоя ошибка, приятель. Вот это моя ошибка. Приятель. Ну ладно. В целом все прошло хорошо. Итак, значит, там сокращение даже, можно сказать. Ну, драконы пусть будут драконами пока. Пока мы будем смотреть, что у нас тут есть. Тут у нас путь дальше. Я на самом деле не знаю, куда тут идти. Я так в меру узнаю всякие нужные вещи, но как что проходить специально не узнаю, хотя мог бы. И какое-то плохое место. О, под таким углом хорошо можно смотреть, светлее как-то. Ну вот отсвечивает от земли. Ну ладно, неважно. Еще плюс то, что мы совершенно. Интересно, если я одену башмаки на хождение по поверхностям водным и
прыгну там, то я утону или нет? Вот это вопрос великий. Но я не буду проверять. Возьму лучше вот это вот. Так, кто-то меня спалил. А я лучше. Нога, нога. Их тут немного, но... все же приходится немножко стараться. Где еще один? Я так не шумлю, так что... вот там, что ли? Или мне кажется? Ладно. Тут у нас еще один... труп с чем-то. Надо его взять, только как бы тут залезть. Вот это бонус на... что даже... мы сами не шумим и... проще кого-то услышать. Так, вот это, по-моему, хорошая вещь. Но давайте, пусть он подходит один. Ну давай, давай, давай. Вот это ты зря. Ох ты. Так, ну тут какой-то путь дальше. Пойду посмотрю сначала, что тут, какая-то лестница. Вот дерьмо. Ага, тут, блин, да. Вот это плохое место. Ох. Но меня, как всегда, в самый подходящий момент отвлекли. Я уж думал, подохну, но... эх, надо мной сжалились и... дали продолжить. Там жижа есть. Призрак и череп. Вот говно, смотрите, какой. Как, блин, я забыл совершенно, как... да чтоб тебя. Так. Не знаю, он вылезет опять или нет, этот призрак, но мне надо его убить, иначе я не смогу стрелять из лука. Из лука пытаюсь стрелять, как в Tomb Raider уже. Ну еще давай, высовывайся. Тупорылый призрак, вот удача. Он сейчас опять нападет. Ладно, пока есть. Как же тут было все это? Так. Так, так. Отходишь? Хорошо. Блин, да что ж ты... нет, ну смотрите, он... ибо... ублюдок. Так, ну этот ушел, ладно. Нет, он не ушел, это просто... я его не запалил. Череп, бомбани уж и исчезни. Да не, отличное место, да. Невидимые черепа почему-то. Это он их выпускает, придется его убивать издалека. Так, так. Так, я совсем не помню, как...
стрелять из гребаного лука. Это меняем стрелы, ладно. Надеюсь, отлично. По невидимой цели буду стрелять. Но походу он умер. Теперь опять черепа надо уничтожить. Своим присутствием они очень злятся. И, по-моему, еще... Ах ты, сволочь! Видели, что он хотел сделать? Как ударил бы меня? А, нога, это твоя печальная. Да что? Пошел в жопу, мутак. Ага, сверху, да? Эй, куда ты улетел? Давай, спускайся. Ссаный призрак. Ублюдки. А это мимик, да? Нет, кстати. Я бы хотел бы сейчас убить мимика. Маленького, беззащитного. Как они меня когда-то. Ух, ладно. Прошли этот ужас. Туман. Лишь бы сзади никто не подошел, буду осторожен. Сейчас мы тут все зачистим. Опять слышу, кто-то тут дышит. Блин, ну место, оно меня так напрягает на самом деле своей неизвестностью. Опять эти драконы. Ну ладно, заходим. Блять, это не босс. Похоже, что не босс. Призрак. Так, вот как же сложно. Не, с луком у меня теперь будут определенные проблемы. Ага, и через белый туман я уже вернуться не могу, а... Что это за место? Как-то глубоко мы спускаемся. Так, я начинаю догонять, что это место с бесконечным спуском. И чтобы попасть к боссам, а босса тут, по-моему, 4 короля, нам нужно кольцо. Я не знаю, какое кольцо на самом деле. Я даже не знаю, есть ли оно у меня. Сейчас я посмотрю по-быстренькому. Дивное кольцо. Вряд ли оно называется дивным, потому что не дали бы так назвать. Так, это не то. Нет. 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 Вряд ли. Нет. 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 ХЗ? Нет. Ну,
Так, ну походу у меня тут остается лишь один вариант умереть, ибо из тумана я походу выйти не могу, а подняться я даже не знаю, смогу ли, потому что пока я поднимаюсь, я постоянно вижу, по-моему, у меня все цикличность пошла, хотя нет, вот. Но через туман я пройти не могу. Это печально, придется тогда потом проходить это все по новой с врагами. Ну, я не знаю, сейчас прыгну, может быть, я не умру. Если я так буду спрыгивать, ничего. Ну, я не знаю, у меня нету кольца, я умираю. Удачи. Именно так. 28 тысяч в никуда. Хотя, может быть, они и лежат там. Ух, у входа. Ну ладно, в общем, тогда двинемся. Чёртовы ловушки, я ещё помню. Так, мне бита не нужна ведь, да? На самом деле, не помню, вот туда нам надо. О, кто-то умер. Надо нам в самый низ. Блин, там эти колеса будут гребаные, вот это ужасно. Гений, блин. Но мне-то лучше, может, 28 тысяч когда-нибудь и наберу таким образом. Сарказм, конечно. Ну, кстати, тогда есть повод сходить в... Нет, нету повода идти в Ковенант. У меня, по-моему, этих глаз очень мало. Или... Сейчас я посмотрю. 3 штуки. Их можно бить с проклятых жаб, но у меня не набилось там ничего, и поэтому я вряд ли пойду, потому что смысла нету. А так можно, по-моему, было меч получить. Я не знаю, со скольки, но... Сколько там надо, точнее, но... Вряд ли... Меньше, точнее, ну, три вряд ли хватит, короче, вот к чему клоню. А с другой стороны, можно было бы и проверить, но ладно уж. Ой-ой-ой, эти ямы, может там опять этот находится, так что... Я не хочу проверять. Хотя с колесами тоже будет непросто. А, да. Оценил. Ох ты, тут когда вечером играешь, так светло достаточно. О, провалилось, отлично. Провалилась. На самом деле это глупо, но... Бомбанете, а? Дурацкие колеса. Убила сама же. Сам же череп убил. Так, ну я там вижу еще одно колесо. 2. Ублюдки. Где-то тут кузнец, если спрыгнуть, говорили, но я пока точно не знаю где. Ублюдки. Ладно, хоть одного забрали уже. Хорошо. Так, ладно, сейчас подумаем. Вот
точнее, посмотрим. Вот он все же тут долбит. Откуда ты вылез, мудак? Он мог меня убить спокойно со спины. Как начал бы вгоняться, так и все. Так, ну никакой ямы я тут не вижу. Надо было тоже посмотреть, ладно. Пока. Пока пусть будет так. Так, ну мы дошли до босса прошлой части. Уже успешно. Ну, хотя это не так уж и сложно. Просто я был упорот. И до того не мог особо дойти до сюда. Но самое плохое, то что надо с фонарем ходить. Потому что щита нету. Ну, хотя он защищает, говорят. Но не так, чтобы сильно. Ладно, там не будет кузнеца. Ну, так, кстати, будет посветлее. Сейчас вечером, может, буду лучше видеть их. И, само собой, побеждать. Я бы проверил, насколько оно защищено. Что только что произошло? Оно заряжается от этих штучек, или я не понял? Крайне сложно сказать. Я вообще не понял, что сейчас произошло. Я испугался. Так. Ну вот и начинаются наши неприятности. Не сказал бы, что офигенная защита тут. И прицел. Да дерьмо все. Будем менять. Хотя, когда их будет двое, то это уже будет печаль. А их там будет двое. Может, броню одеть покрепче? Давайте оденем. Я, во всяком случае, в этом моменте выживу, потом сниму ее сразу же. Вот эту хавлскую. Что-то там катится на фоне, мне это не нравится. Кстати, узнал еще про вот эту сейчас маску. Вот эту, она, по-моему, дает ловкость. А, нет, это отца. Хотя она сима снаряжение, да, то есть. А если мы еще. Сейчас я проверю, как я бегаю вообще. Я, кстати, сейчас без кольца. А, ну, все равно у меня перевес. Ладно, пусть будет так. Ну, вон он, ублюдок. Может, мы его тогда по-нашему убьем? Блин, сейчас грохнусь. Так, значит, кнопка так, потом. Потом так. Куда я целюсь? А, ну, конечно, я не могу. А, ну.
привычки остались от Tomb Raider, конечно. Давайте напрыгнем на него, может. Блин, ну это так трешово. Место просто ураганное. И вот... Да-да-да. Ой, я забыл, что я... Ну, хотя мне наносит не так много урона. Блин, было бы у меня какое-нибудь заклинание света, и умел бы я им пользоваться. Ладно, пьем бутылку, чтобы по максам было. И идем. Удачи! Не вижу второго. Все. Успех. Спокойно. Теперь главное не сфейлить. Ну, блин, не было у меня этой брони, я бы огреб. Так. Теперь. Надеюсь, тут больше их не будет. Блин, там спуск опять же. Долгий спуск. Чувак какой-то. Нет, я к тебе не пойду. Лестница, куда лестница ведет? Что тут у нас? Так, не шумим, не шумим. Какие-то световые херовины. Нет, отсюда не хочу идти, что-то. Та-та-та-та-та, осторожно. Сейчас все будет. Боже мой, ну. Счастье, оно близко. Ну все. Это просто супер. Блин, ну что, ко мне уже кто-то вселился. Рыжая тёлка. Хочешь поиграть со мной? Эх, не удается. Ну ладно. А вот этот... Тоже в какой-то маске. Будем семеечкой в масках. Ну, похоже, что нет. Хотя знак вновь появился. Ну да ладно. Не, подозрительный чувак. Пойду лучше туда пока схожу. Лысый такой. Что? О, приколите стену нашел случайно. Так, откуда-то оттуда по мне стреляют. Сейчас я подымусь. Угу. Вот дерьмо. А ну-ка, ублюдки, разложились на куски.
Если по мне сейчас попадут, я могу упасть наверняка. Тесновато. О, смотрите, там еще один. Мне прямо бронечку снимать не хочется. А как туда наверх залезть? Ладно, этот вопрос мы потом решим. Никаких стеночек тут нету. Так, ну похоже, залезть я туда не могу. Хотя вот спрыгнуть. Ну нахера? Ну пошел ты в жопу, придурок. Он явно ждал меня. Ну давай, ищи меня в темноте, давай. Посмотрим, что... Ну, хотя, ладно, этот щит. А, ладно, пусть будет как есть. Кстати, может сзади подойти. Но он меня явно не услышит. Буду троллить его, пока он сам не уйдет. А если он внизу, то он залезть не сможет. Его лучший выбор — это попробовать меня скинуть. Так, ну что ж, я не знаю. Идти я к нему не хочу. И сам идет. Вот я сюда спрыгну. Ха-ха. Супер место. В любом случае, наверняка убьет, так что... Честно, я на лестницу смогу перебраться. Кстати, ходит там в темноте и разыскивает меня. О, дерьмо. Но я жив. Лучник меня палит. О! Бьет же у него вон какая магия, пироман гребаный. Ха-ха-ха, убил придурка. Вот это да, вот это номер. Пойду соберу с него, что упало. Ты что за дерьмо, кусок? О, да. Фух. Что это за говнище? Кто придумал этих существ? Но с него даже что-то падает. Обломки белого титанита. Ужас. Но пиромант он на самом деле был. Мог меня победить. Не понял, кто это такой.
ты кто такой? Вы чё, в натуре опасные? Ублюдки. Есть что удумали? Убить меня. Сам кого хочешь убью. Ух ты. Стоп, а зачем я их убил тогда? Они же хорошие, не? These belonged to them. You deserve them more than I. Вы видели, опять у меня что-то вселилось? Возможно, кто-то пытается зайти в мой мир, или я не понимаю, что происходит. То есть мы ей помогли, то есть они стали полыми, пустыми, не знаю, как их называть. Чё за звук? Чё за странный звук? Кто хрюкает? О, еще один фонарь. О, кстати, смотрите, это то место, где... Ну, типа ада. Прикольно. Ну, может быть, я точно не уверен. Похоже. Просто похоже. Как бы туда наверх залезть. А ну вот подъемчик, по-моему. Сейчас проверю все. По сути, мы тут прошли. Это, наверное... Так бы мы встретили сначала ее, и она бы попросила нас этих убить. Или же я что-то не вкуриваю. Потому что мы, похоже, нашли секретный проход. Смотрите, опять что-то произошло. Знаете, меня это все пугает до усрачки, вот эти звуки внезапно. Ага, то есть эта херня мне говорит, когда кто-то... Блин, а чё их так много-то появилось тут? Они на свет идут. Смотрите, сколько их там стало. Бред, не бред, но... Блин, я ж никого не увижу тут. Так, ладно. Лучше уж видеть, что они ко мне лезут, чем не видеть. Пытаюсь проткнуть луком. Вот гениальный я человек. Блин, окружили демоны. Ссаные. Буду по одному, лучше уж осторожничать, чем умирать. Еще один есть. Следующий. Какие-то маятники, я не знаю. Сейчас выносливость восстановится, и этого убьем. Заметьте, 21 тысячу уже накопил. А думал, 28 не накопил. Хотя, но... Я еще не накопил 28, меня убьют еще. Рано или поздно. Так. Ну, я не знаю, тут больше ничего нету. Опять эти... Дыхание ссаное. Пойду лысого, с лысым поговорю. Ну, место, конечно, классное. Что за звук? Как бы ко мне не зашел тот
этот, ну, темный дух, которого я убил, чтобы отомстить, вот второй раз мне не повезет. Наверное. Хотя, может, он во второй раз засыт. Не, чувак, мне... Блин, думал к костру подойти, потом вспомнил, что все воскреснут и... Ну нахер. Ну что ты мне расскажешь? Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Да, конечно. Yes, I guessed as much. Well, here's the thing. There's a stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that, praying and whatnot. I'll give you first pick. Well, go on. Have a look. It'll shimmer you blind. Подозрительно это, ну ладно. Стоп, это не то место, где я только что был. Ублюдок. Ну ничего, я подымусь же. You must be loaded. I'll strip your corpse clean. Ай, чувак даже еще не знает, что совершил большое шуко. Тёлка исчезла. Вот он обрадуется, когда увидит меня. Ой, жестоко, да? Немножко. Броня, конечно, хорошая, надо ее снимать, а то привыкну. Фиг, кто меня из нее выимет потом. Хотя нету слова «выимет». А кому какое дело? Ну, парнишечка, вот и я, привет. Что, что, я могу с тобой... А, поговорим? How did you... You weren't supposed to survive that. No matter. I'll settle this once and for all. You lousy self-righteous cleric. Да что ж вы все такие... Вот гений тупорылый, зачем он спрыгнул? Теперь мне придется спрыгивать опять. Я уже устал спрыгивать здесь. Где он? Угу. Что такое? Ой. Ну давай, давай. Танцуй, танцуй. Ой. А ты еще жив? Ну, давай, давай. Вот такого ублюдка в 4 человечности. Обычное дело. Так, ладно, будем ускоренно бегать. Тут никого все равно нету. Какой-то звук странный слышал. Ну, этой броне вот выносливость медленно восстанавливается, как мне кажется. А может, потому что я бежал и светило, она тогда медленнее восстанавливает. Ладно, неважно. Не знаю, наверное, надо стоит спуститься и что-то попробовать прокачать, если нам хватит душ. Или все же починиться хотя бы.
Страха не хватает немного. Так, а с усилениями посмотрим, что у нас. Может, теперь можем усилять? Ведь да, или нам нужно сначала к кузнецу какому-нибудь отправиться? Но я тут своего оружия не вижу, видимо, нужно. Это тупо. Так, починим снаряжение. О! Прикольная маска. Так, тут я был? Да, тут я нашел проход. Вроде как, да? Мне показалось, я видел какую-то синюю тень. Откуда по мне стреляют? Так, ведь и попадут. Тут есть какой-то спуск. Ладно, попробуем осторожнее спуститься. Ага, тут есть лестница, то есть вылезти я смогу. А. Какой он опасный. Ну, не знаю. Смогу ли я прыгнуть на него? Я что-то его не вижу. А вот он. Стоп, стоп, стоп. Это как-то выглядит подозрительно. Может, стоп, я вижу там еще что-то, видите? Где он? Ой-ой-ой. Так, значит, в две руки, прицел. Там вот кто-то стоит, выстрел. Ага. Теперь их тут двое. Но есть... А, бог я. Блин, их тут дофига, но вещи какие-то есть. Блин, 26 тысяч. Ладно, я сейчас попробую еще раз. Но, блин, надо их всех заманить в одно место и после этого жахать. Надо вообще заканчивать эту часть. Что-то я тут после долгого перерыва закончить все не могу. Так, ладно, сейчас еще разочек попробуем. Ублюдки, блин. Ну, хотя у меня броня, она спасает, конечно. Сейчас попробую всех заманить каким-нибудь. Так, как оно там? Буду прощупывать. Один. Два. Там что-то светит. Это, наверное, стрела, да. Ну что, теперь посмотрим и ужаснемся.
Ну, вон один, два. Точно вижу. Сейчас, если мы осторожно сможем справиться с луком, да, три кнопки. Надежда на то, что у них не будет хватать места, чтобы всем стоять. И по кому-то я все равно буду попадать. А там уже, когда у них будет мало здоровья. Походу, они на место возвращаются. Они немножко попинаются. И на место. Ну ладно, можно попробовать. Дерьмо. Их тут так дофига, я душу потерял. Ох. Ладно, давайте закончим на этом эту часть. Я уже без записи попробую это пройти. Ну, а так вообще буду заканчивать. Ну, если получится, я, может, включу запись и попробую показать. А так вообще потом продолжим и пойдем уже дальше. Так что, на пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, увидимся. Я решил все же дописать это место, и, ну, как видите, тут осталось два бешеных скелета. Я все же их расстрелял из лука, мне пришлось на шару целиться. Ну, кстати, вот этих... А, ну вот, прицел встал, хорошо, может быть, получится убить, но нет. Есть, еще один есть. Ох, ладно, думаю, с одним я справлюсь. Надеюсь, он там один, потому что если он там не один, меня опять убьют. Да что ж вы, откуда? Не-не-не-не-не-не-не. Да что, блин, а? Я... Минут 15 и... А, боже мой, ладно, короче. Я просто узнал, что там лежит уголь, и надо его все же как-то будет взять, ну ладно. Все, ну, в общем, вы знаете, что там уголь. Я его как-нибудь уже достану. И тогда мы уже продолжим. В общем, еще раз пока, удачи. Играйте в Dark Souls. Он вас порадует. Блин.